Итак, друзья, продолжаю тему китайских покупок. И сегодня я вам покажу кроссовочки, которые я приобрела на сайте AliExpress. Фирма называется One Mix. Кто, может быть, знает, кто заказывал, расскажите, как эти кроссовочки вообще в носке. Сразу скажу, что я не знаю насчет того, мужские это кроссовки или женские, потому что те женские, которые мне понравились, как они были описаны, да, их, к сожалению, моего размера не было, поэтому пришлось брать другие кроссовочки. Здесь я вот так вот оставлю информацию, кому необходимо, можете посмотреть. Итак, самое главное, что в этих кроссовках. Конечно же, мне очень понравился дизайн. Они при определенном угле света выглядят по-разному. Там были разного цвета кроссовочки, но давайте остановимся на вот этом красивом таком вот просто цвет неона, на мой взгляд. Здесь вы можете видеть вот такую вот подошву. Скажу сразу, что это у нас размер 41, по-моему, это именно китайский 41. Я ношу вообще 40 размер российский, то есть вот на мою ногу они идеально сели. Ну, давайте начнем. Во-первых, эти кроссовки были куплены что-то в районе 2700 или 2600. Здесь у нас подошва вот такая вот. Вы можете видеть, вообще это считаются беговые кроссовочки, то есть, в принципе, они должны себя очень хорошо держать на скользкой поверхности. Но насколько реально они будут хорошо держаться, я пока вам не могу сказать до тех пор, пока я их сама не протестирую. Что касается самой ткани, вот вы сейчас видите практически чуть-чуть засветленный цвет, но вообще они классные, просто очень крутые. Здесь у нас с вами ткань очень интересного дизайна. Постараюсь показать, не знаю, насколько видно. Вообще, конечно, видно, да, здесь недочеты какие-то, вот на склейке носа, допустим, но, в принципе, они неплохие, мне очень понравились именно вот по дизайну. Конечно, в прошлый раз как-то я вообще покупала кроссовки из Китая, но они были совсем другой фирмы, и, конечно же, я их проносила практически, наверное, года полтора, ну, в летний сезон, естественно. В этих кроссовках есть небольшой запах, но я думаю, что это все-таки пахнет подошва. Очень так интересно они, конечно, выглядят. Так, давайте посмотрим дальше, что у нас здесь за информация. Так, написано, что европейский 41, USA это пятерочка. Но вообще, конечно, лучше все размеры сверять с таблицей, чтобы не прогадать. Вот, допустим, я могу сказать так, у меня, допустим, я меряю ноги, да, вот у меня 25 сантиметров стопа, поэтому я прибавляю всегда 5 миллиметров, то есть 25,5, к примеру, да, чтобы быть точным, уверенным, что у меня нигде не будет ничего жать, особенно в носках. Вот, я по размеру не прогадала. И давайте пойдем дальше. Что могу сказать про сам носочек? Хочу показать вам поближе, как это все выглядит, чтобы, может быть, если кто-то тоже будет себе что-то заказывать, может быть, вас заинтересуют именно эти кроссовочки тоже. Так, вообще вот эта фирма, кстати, One Mix, я, честно сказать, я ни разу вообще не видела, потому что я не заказывала никакие даже там полупрофессиональные какие-то кроссовки из Китая, потому что я в основном, как вы знаете, заказывают компании Nike, но все-таки я решилась дополнительно себе купить, потому что мне нужны такие вот кроссовочки, в которые ты вступаешь, и как тапочки. Я вчера мерила эти кроссовки. Вы знаете, они очень классные, они на пружинках, как будто бы вот ты встаешь, и как на тренажере, знаете, такое прям очень классная амортизация. Здесь все очень качественно прошито, вообще они очень классные. Вот, я сейчас вам постараюсь показать, насколько камера мне даст возможность вам это все продемонстрировать. То есть вы видите, да, там вот эти рифленые, очень классные.
заявляет производитель, что, конечно, кроссовки дышат. Но, опять же, я пока не могу ничего сказать, потому что я их еще не одевала. Так, в принципе, по дизайну, по стилю они очень классные. Если брать конкретно женскую тематику, то там есть, знаете, такой цвет розово-фиолетовый или что-то фиолетовый какой-то зеленый. Ну, то есть там можно разные оттенки подобрать. Я под видео напишу, как называется эта фирма, еще раз на всякий случай для тех, кто ищет. В принципе, как только вы наберете на сайте AliExpress One Mix, вам выдаст целую категорию товаров этих кроссовок, там будет написано женские и мужские. Правда, еще раз повторюсь, я не знаю, там мужские это или женские, потому что мне понравился дизайн. Сейчас очень много одежды, парфюмов, вообще и кроссовок, это все унисекс, что в принципе тоже верно. Вот, нравится, что здесь вот есть широкое, да, поле. Конкретно для пальчиков, то есть жать не будет. И очень нравится вообще, в принципе, сам материал. Так что, друзья, будем тестировать эти кроссовочки. Я обязательно завтра планирую их одеть на выезд. И я хочу их, конечно же, протестировать и показать вообще, как они выглядят на ноге. Я думаю, что я сделаю здесь вставочку, и вы обязательно это все увидите. Вот, так что будем тестировать кроссовки из Китая. Кстати, вот эта фирма One Mix, я посмотрела, там есть кроссовки и за 9000 рублей, и за 6000 рублей, поэтому я думаю, что фирма, наверное, это распространенная в Китае. Вот, и, наверное, наверное, не то чтобы в Китае, вообще по всей Азии, скорее всего. Вот, но опять же, я не могу вам гарантировать, это мое предположение, потому что ценовая политика, конечно, у них чуть выше среднего. Вот, вот такие вот кроссовочки. Кстати, покупочкой я довольна, дошли они мне практически за месяц, получала я их на Почте России, слава богу, никаких проблем с доставкой не было в связи с ограничениями ввоза, импорта и экспорта, в общем-то, но в любом случае, кроссовки очень-очень-очень крутые. Ну что ж, всем хорошего дня и пока-пока. До встречи.